Всем привет! Мы на Женевском автосалоне! Правда, мы тут единственные посетители. Выставка не состоялась по понятным причинам из-за коронавируса. Мы специально решили не сдавать билеты на самолет в Женеву и сняли одну из наших рубрик «Кто пойти» прямо здесь. Сегодня топим за технологичные автомобили, которые должны были представить на Женевском автосалоне. Нас не интересуют лошади под капотом, только хай-тек решения и самые футуристичные модели. Слушайте, ну мы быстро ушли из этого ангара, потому что там какая-то напряженная обстановка. Все пили тебя взглядом, спрашивают по несколько раз аккредитацию. Наверное, боятся, что мы рассекретим какие-то фишки автоконцернов, которых здесь не представили. А мы рассекретим! Начнем! С концепт-кара от Hyundai, у которого вместо руля джойстики. Модель Prophecy пророчит революцию в управлении транспортными средствами. В салоне авто абсолютно ровный пол. Задний ряд сидений рассчитан на двух человек. Что привлекает меня, так это отсутствие привычного руля. Вместо него два джойстика, один на водительской двери, а второй на центральном подлокотнике. Кнопки на этих рычагах позволяют выбирать режимы движения и активировать автопилот. Нет и боковых зеркал. Их роль выполняют камеры, которые снимают дорожную обстановку и показывают ее в салоне. Корейский бренд Hyundai планирует запустить эту модель в массовое производство через пару лет. Я думаю, что она должна полюбиться киберспортсменам. Не удалось представить новый беспилотник в родных стенах швейцарскому автомобильному дизайнеру и основателю компании Rinspeed Фрэнку Риндеркнехту. В последние годы изобретатель экспериментирует с автономным электротранспортом. На Женевском автосалоне он должен был показать концепт Rinspeed Metro Snap. Это самоуправляемая тележка. Верхний модуль микровена можно менять и использовать для перевозки пассажиров или доставки товаров. Разработчик предлагает эксплуатировать маршрутку будущего днем как такси. В салоне 6 кресел, они такие же, как в самолетах Boeing 737. А ночью, заменив капсулу, можно перевозить грузы. Программное обеспечение для швейцарского беспилотника разработала белорусская команда из компании Bamboo Group. Миниатюрный автомобиль, который будет давить лыбу, причем постоянно. Еще одному швейцарцу не дали выступить дома. Речь про крохотный электрокар Microlina 2.0. У него всего одна дверь и широкая улыбка в виде светодиодной полосы, которая отчетливо будет светить встречным машинам ночью. Приборная панель с цифровым дисплеем, а место в салоне только для двоих. Эта модель напоминает Bubble Car из 50-х годов прошлого века, такой как BMW Isetta. Малютка может проехать на одном заряде около 200 километров. Сегодняшняя швейцарская версия кузова – это не мыльница из пластика, а сталь и алюминий. Китайский стартап A-Ways должен был представить на Женевском автосалоне новый кроссовер для любителей беспилотных летательных аппаратов и электроскутеров. Название компании расшифровывается как AI on the way – искусственный интеллект наступает. Приборная панель у автомобиля цифровая. На центральной консоли расположился экран 14,6 дюймов. Модель U6 Ion внедрила прикольные фишки для гаджетоманов. Это специально отведенное место для дрона между задними сиденьями и секретное отделение для электроскутера в багажнике. Французы хотели удивить зрителей в Женеве электромобилем-трансформером. Автоконцерн Renault сделал раздвижной кузов для своей новой модели Morpheus, почти как Морфеус из «Матрицы». Тем самым производитель придумал, как увеличить ход электрического автомобиля, превратив его в трансформер, который можно сделать длиннее, чтобы установить дополнительный блок аккумулятора. Заряжать такое транспортное средство можно будет тремя способами. С помощью беспроводной зарядки на специальной станции или даже во время движения по специальной дороге, оборудованной индукционными устройствами. Авто поддерживает функцию беспилотного вождения, когда большую часть времени можно не смотреть на дорогу. Среди других футуристических фишек – убирающийся руль, меняющееся расположение кресел, габаритных огней и воздушных дефлекторов. Не думайте, что мы прям такие отчаянные ребята, которые приехали сюда лишь для того, чтобы постучаться в закрытые двери Женевского автосалона. На самом деле у нас будет небольшой IT-тур по Швейцарии, где мы хотим показать страну, которая просто дышит новыми технологиями.
Швейцария – это мировой рекордсмен по количеству патентов за год. Страна, где появился первый в мире веб-сайт, а еще долина дронов и криптовалют. Легко ли дышать белорусу в Альпах среди блокчейн-стартапов Facebook и Ethereum? Криптовалюта, она еще полезна тем, что она очень сильно эквивалентна кэшу. Есть какая-то монетка, которую можно положить под подушку и как-то спать спокойнее, знать, что вот завтра можно пойти хлеба в магазине купить, да? IT-тур по Швейцарии продолжается. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал IT-ТОВ, если вам понравился этот выпуск. Пока!